Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы ко мне заглянули. Сегодня у нас новый видосик. Меня очень много просили снять челлендж, смешать все тоналки. В предыдущем видео я смешивала все свои маски. Переходите вот здесь вот по ссылочке и смотрите, кому будет интересно. Так, а сегодня будем смешивать все тональные средства. Бюджетные, не очень бюджетные. И накрасимся и посмотрим, что получится. Кому интересно, ставь лайк, подписывайся на канал, и мы поехали. Куда поехали? Если вы знаете какой-то интересный челлендж или хотите увидеть какой-то интересный челлендж, обязательно напишите об этом в комментариях. Начнем с бюджетного тонального. Это у нас Maybelline Fit Me. Кстати, самые мои любимые тональные это вот от Bourjois, вот эти два. Вот с этими у меня как-то все шелушится и облазит. Не знаю, не очень. И вот этот еще любимый от Фармасии. Вообще идеальный просто. Так, я решила перевернуть камеру сюда, для того, чтобы было вам удобно видно все. Так, берем Fit Me. Следующий Maybelline 115. О, смотрите, он как отличается, да? Следующий вот такой Bourjois Healthy Mix. Это, кстати, оттенок 54. Сейчас я пользуюсь вот этим светленьким. Это оттенок 51. Это два мои любимые. Следующий вот такой от Фармаси. Ого! Так, следующий у нас тоже от Фармаси, BB крем. Вот это мой был один из любимых, я им постоянно пользовалась, он очень классный. Дальше MAC с розовинкой, тоже мне этот очень нравится. Дальше вот этот, от этого у меня, кстати, сыпь на лице. Они такие легкие очень. И разбавим немножко вот этого. Так, ну что, я смешала все оттенки. Ух ты, что получается. Давайте перемешаем. О, кажется, получается мой оттенок как надо. Вот такой вот оттеночек у меня получился. Надеюсь, вам видно. О, вот. Пахнет очень прикольно. По цвету он мне, кстати, подходит. Кстати, буду наносить вот с такой вот базой от Paes. Вроде так называется. Так, последнее время я наношу тональный вот такой вот натуральной плоской кистью. И мне эффект очень нравится. Так, перед этим я возьму базу. Наношу пальчиком. У меня на коже ничего нет, абсолютно. У меня кожа очищенная, ну, кроме как бы помады и бровки. Перед этим, естественно, я сделала масочку. Кому интересно, какую? Мне очень понравилась одна маска. Переходите вот здесь вот по ссылочке и посмотрите мою новую масочку. И после нее вот такое вот красивое чистое лицо. Тональный я всегда наношу на руку. Так, сколько мне хватит? Здесь я, наверное, неделю. Хотя вообще я в последнее время вообще не крашусь тональным, не пользуюсь. Потому что я делаю маски, кожа такая чистая, что мне не хочется вообще на нее ничего наносить. Разве что только хайлайтер или румяшки какие-нибудь. Так, сейчас тональный нагреется. Я всегда наношу с руки, он нагревается, тогда идеально ложится. Идите сюда ко мне, я вас возьму к себе. Ой, ой, упс. Привет. Так, поближе. Оттенок, кажется, получился просто идеальный.
чуточку темнее, но ничего. Мне очень удобно наносить этой кистью и под бровкой, и вот здесь в уголке глаза. И она наносит очень тонким слоем. Очень тонким слоем. Смотрите, как я угадала объем. Сниму остатки и вот здесь вот вторым слоем пройдусь еще. Мне кажется, идеально получилось. Слушайте, я оставлю и буду пользоваться, если он, конечно, быстро не засохнет. Так, сейчас покажу вам поближе нанесение. Он даже как-то отсвечивает, да? Красиво. Вот такой легкий получился слой тональный. Продолжим. Моя любимая палеточка от Мария Узерли. Кто не смотрел видеообзор ее косметики, переходите вот здесь вот по ссылочке и смотрите. Так, как я делаю самый быстрый свой макияж, да? Пальчиком. Беру светлый. Наношу на все веко. Затем наношу вот сюда. У меня одна палетка на все случаи жизни. Она всегда у меня в сумочке. И мне всегда ее хватает. Так, теперь беру этим же пальчиком оттенок потемней в уголок, во внешний. Все наношу пальцем. Стараться растушевать, чтобы не было просто пятна. Так. Вот этим же пальчиком беру самый темный здесь и наношу в уголок во внешний. Вот здесь уже надо поставить как будто бы точечку. Вот так. Темным и без темного, да? Глубины нет. Но как? И все благодаря пальчику. Кажется, идеально. Смотрите, такой макияж можно сделать за 3 минуты. Дальше. Моя любимая палетка от Sleek. Скулы. И этой же кистью я наношу себе румяшки. Мне очень нравятся здесь румяны. Они такие свежие, такие очень нежные. Вот такой макияж у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Быстрый, красивый и не надо много продуктов. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в новом видео. Пока-пока! Так макияж выглядит вблизи. Как вам глаза накрашены? Обязательно напишите в комментариях, как вам получился макияж.